Всем привет, дорогие друзья! Сейчас хочу показать, как можно в домашних условиях отремонтировать гибкий шланг от душа. Внутри у него резиновая трубочка, она приходит в непригодность и шланг начинает протекать. Первым делом мы снимаем резиновую прокладочку и дальше нам надо разобрать втулки. Втулка тоже легко поддевается, аккуратно, чтобы не поломать пластмасски. И поддеваем и вытаскиваем. И вот мы видим причину. Шланг резиновый стал дубовый внутри от воды, от времени. И просто переломался. Вот видите, шланг уже вообще никакой. И сначала думал просто подкоротить внешнюю плетку, отремонтировать так, но решил заменить на силиконовую трубку. Дальше нам надо было открутить, не получается. Для этого я на пару минут сейчас поставил в кипяток. Нагрел, и сейчас смотрите, я сейчас легко все должен открутить. Да, вот, все легко откручивается. Теперь будем вынимать, да, вот еще вот эту втулочку немножко разберем, тоже аккуратно поддеть, чтобы не погнуть, не поломать. Ни в коем случае не надо ни плоскогубцами, ничем этим делать. Все, в принципе, руками, отверточкой, ножичком поддевать можно. Так, теперь надо вытащить шланг. Для этого с другой стороны тоже мы снимаем резиновую прокладочку. Вынимаем, поддеваем втулочки и тоже разбираем, чтобы вытащить шланг. Все вот аккуратненько вытаскиваем. Все, вытащим. Шланг стал вообще никакой, он уже не резиновый, а как будто стал пластмасс, все это. Ну и теперь все лишнее вот это убираем, отрезаем, выкидываем. И будем сейчас ставить силиконовую трубочку. Все-таки трубочка стоит дешевле шлангочка, это чем купить полностью этот в сборе гибкий шланг. Это будет большая экономия. И работы здесь на минут, ну, 20. На минут 20. Так, шланг нам надо именно такой же длины, как и был. Поэтому мы отрезаем точно такую же длину. Так, все отмерили точно такую же длину и отрезаем. Теперь нам надо все собрать. Я тут немного мучился, это сейчас на видео не видно, но я где-то мучился на минут 15. Поэтому я советую сначала трубочку чем-то расшевелить ее, расширить. Я вот нашел ручку железную и немного расширил, после этого дело пошло. Ну вот все, мы теперь после этого легко одеваем. Вот все наделось. Теперь вставляем в наружную плетку шланг. Если трудно идет, советую прокручивать. Так, мы ставили, теперь с обратной стороны нам надо все собрать обратно. В обратном порядке производим все действия. Теперь накручиваем пластмассовую втулку. И теперь надо нам ставить то же самое силиконовую трубочку. Тоже я перед этим расширил немного ее. И теперь легко вставляется. Теперь все собираем, с небольшим усилием все засовываем, запрессовываем, вставляем все назад.
Все собрали. Уплотнительную резинку не забываем, потому что в самом конце я ее забыл поставить. Когда проверял, думаю, что такое, почему мне вода протекает, а я забыл ее ставить. Ну и что, и накручиваем саму лейку душевую. И все. Теперь хочу показать, как можно отремонтировать, если у вас нет силиконовой этой трубки или внутренняя вот эта, внутренний шланг родной еще более-менее живой, а просто повреждение оплетку или небольшое отверстие, небольшой разрыв. Значит, мы делаем те же самые действия, мы разбираем, разбираем наш гибкий шланг. И сейчас на примере вот старого покажу, да, вот у нас разорвалось. Мы вытащили немного трубку, нам полностью разбирать не надо, а только с одной стороны разбираем. После этого мы поврежденный участок отрезаем, прикладываем его к наружной оплетке. И теперь нам надо укоротить наружную оплетку до той длины, на какой мы укоротили внутренний шланг родной. Это можно сделать ножовкой, ну вот я вот на примере показываю, или можно взять кусачки. Мы наружную оплетку постепенненько так вот подрываем до нужной длины и откусываем или обламываем, и так же самое накручиваем, собираем все назад. Получается, шланг у нас будет короче на несколько сантиметров, но функциональный, потому что это в том случае, если старый родной шланг еще, как говорится, живой и рабочий, не такой, например, дубовый, как вот в моем случае. Я планировал просто укоротить, но из-за того, что уже старый, пользуемся 2 года, он уже пришел в непригодный, уже полностью непригодный стал. Ну и вот, все, собираем. Ставим лейку. Ну вот сейчас вы видите, я забыл уплотнительную резинку. Пошел проверять сейчас. Опа! Течет шланг. Что такое? Что случилось? Потом сообразил, что я не поставил уплотнительное кольцо. Ну вот, за всем прощаюсь с вами. Всем пока. Надеюсь, я вам помог.